Ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас катка с Бальтазаром. Бальтазар сейчас стримит. Мы попали, в общем, с ним в одну команду. В одной команде, в общем, будем с Бальтазаром. Пойду я на центральную линию. И сейчас устроим, конечно же, хорошую, интересную каточку. Let's go! Почему бы и нет? Почему бы и нет? Сейчас Бальтазара подмутим, чтобы не было его слышно. И let's go! В общем, решил я, конечно же, залететь к Бальте. А почему нет? Don't like my hero. Shit. Парень там, когда пишешь, он не хочет героев других. Так, ну шо, let's go. Let's go, пойдем в центральную. Что там у нас будет? Кстати, еще и Эльза в каточке есть. Эльза очень такой, ну, приятный персонаж. Человек, игрок. Очень даже хорошо играет. Девочка там, да, играет. Но она нормально душит, нормально. Посмотрим, что у нас тут Боник имеет. Что имеет? Лайфстиллера взяли. Вот это проблема. Проблема. Так, ну, не знаю. Возможно, да, у нас тут проблема будет. Так, курьера закрысили. Не знаю. В одной тиме с Бальтазаром. Джага забирает, да, руна тут. Let me meet. Окей. Пойдем тогда ботом. Пойдем ботом лейн. Если Бальта идет мид, уступим. Ничего страшного. Уступим, ребятки. Погнали, в общем, по низу. Главное нам выфармить, выфармить арчиды, всю такую тему. Проблема будет с Найксом. Найкс очень крепенький персонаж. Посмотрим, что у нас будет в целом по игре. И если что, сейчас постараемся пролосхитить. Надеюсь, пит мне, в принципе, как-то хотя бы даст какой-то фарм. Если будет пит давать фарм, это будет очень-очень хорошо. Но, возможно, он, мне кажется, так будет подфармливать тоже, да? Сейчас лайн мы немножко... Подравляем. Будет, получается, катка с Бальтазаром vs Эльзы. Будет название каточки. Будет название каточки. Надеюсь, он мне даст парень фармить. Не понимаю немного иногда ребят, которые вот так вот продамаживают. Что, знаете, как бы хотят. Ну, знаете, типа, лайн что ли пушит не в обратку. Надо его в обратку лайн этот отпушивать. Этого пацана нельзя вообще подпускать. Вообще нельзя. Так, ну прогуливаю. Два крипа, да, походу? Он хочет пушить. Парнишка на этом. На пите. Да, он пушить хочет. А в любом случае ауру взял, уже пишет, пушить будет. Так, Эльза там делает ФБшку. Нормально, там Ксин еще. Ксин еще. Так, стоит у нас под Т-шкой Джага. Под Т-шкой Джага стоит. Хорош. По лосхиту вроде нормален. По лосхиту вроде нормален. Нормален. Сейчас возьмем сапожок. Можно будет даже сразу сейчас пойти. Так, от тавара тычку хапану. Нормально. Ребятки, не забывайте подписываться на Бальтазара. У него скоро 200к. Ссылки все я оставлю в описании. Максимально позитивно всегда с Бальтазаром проводятся катки. Ни единого негатива не идет и от его аудитории. Это самое кайфовое, что может быть вообще максимально. Максимально кайфовое — это то, что играть с Бальтазаром нет никогда никакого негатива со стороны, так сказать, сабов. Со стороны его сабов. Так, давайте возьмем сапог. Я все ластхичу. Трать аману. О, жесть, он почти его там забрал, прикиньте. И киньте. Удушанем быстренько. И мы взяли. Хорош. Опа, есть. Коухилочек в таверну. Let's go. Не агрим крипов. Так, заберем. Так, заберем. Да, есть. Мог оставить, в принципе, питлорд, не знаю. Но, типа, он, наверное, будет руководствоваться тем, что я... Забираю весь фарм с лайна. Он, так сказать, комиссионный фражочек. Комиссионный фражочек. Немного не пойму, что тут с курьерами. Второй раз играю, или какой-то третий раз играю за месяц с Бальтазаром. И у него какой-то тут прикол с курьерами. Всех курьеров закрывают, короче, никто не дает куру. Это жесть какая-то. Так, ну Джагу мы задушили. Это главное. Можно, в принципе, не делать аквилу. Сейчас сразу возьмем соул. И на шестом левеле начнем. Прессинг такой хорошенький.
Немного не понимаю, зачем Пит вот так вот тычкует. Мне тяжело так вот сидеть, если честно. Там Бальтазар в миду прессингует, да, тоже? Так, ну кату надо забирать в любом случае. Хорошо. Куры нету. Напишем миссинг. И колотим внизу крипов. Хорошо. Инвиз главное есть, можно поесть. А потом... Вот зачем? Вот это руин. Видите, чисто руин крипов идет. Никогда так не делайте. Вроде как бы он старается как лучше. А получается как всегда. Оп. Джи-джи. Джи-джи, бро. Как сказали бы, Бальтазар. Как Бальтазар сказал бы. Джи-джи, бро. А на базу сходим, наверное, да? На шестом левеле пойдем на Б. На шестом левеле. Хорош. Отлично. Так, пятый. Миссинги, да, какие-то? Надо уходить, парни. Надо отойти. Гол сол возьмем. Че, можно на базу сходить. Давайте сходим на Б. Затарим соул. Возьмем стик. 3, С, М. Все, есть. Отлично. Есть такое дело. Кто там у нас? Тускар, да? Эльза это у нас Тускар. На Тускаре она плеет. Берем сразу вот так вот. А что по курьеру? Как? Курьер... А, вот, все, юниты. А тогда не было такого. Давайте вот так вот сделаем. Тоже. Соло курьер. Подождите, это я контроль юнитам всем дал. Ага. Вот так вот сделаем. Все, имеется. Эти куру себе вот так откроем. ТП-шечка. ТП-шечка и хиллочек. Гоу. Еще ТП-шечку. Все, отлично, запаковались. Мы можно сейчас, кстати, зайти в Windwalk сразу с соулом. Попробовать подзадушить парнягу. Он не будет знать, что я тут, в принципе. Если забайтит сейчас парень. Гоу. Ну, инвиз скоро попадет. Я понял, я даже стрелу не включил. Опа, это, кстати, можно. Можно поработать на нем. О, нифига себе. На батарее можно второй спелбоника направить. Нормально. Странно, почему не включил стрелу, но, в принципе, все равно не убиваем. И немного непрактично. 83-я вообще, это жесть какая-то. Типа, знаете, ну не видно, есть у него сейчас спел, нету, он его давал, сколько там, насколько он сейчас раскачан, какой у него сейчас приблизительно кулдаун, вообще не видно. И даже линкануть никто не может. Вот этим я не люблю 83-ю карту, ребятки. Смотрите, какие большие разницы тут у нас. 83 и 85. Всем рекомендую играть, ребятки, 85-ю карту. Хоть и ребята играют ту самую карту, которая когда-то была крайней картой от фрогов. Я рекомендую играть 85-ю. Блин, ну вот я не понимаю. Why you auto attack? Мне мешает эта жесть просто. Sorry, man, говорит. Не тычкуй просто. Мне мешает это лост-хитить очень сильно. Неприятно прям. Так, ну почти шестой левел, кстати, есть. То, что на базу сходил. Тоже подрешало немного в левеле. Первый артефакт соул на Боника. Даже не спрашивайте, почему. Потому что у него проблема с монопулами. Это первый момент. Второй момент. Когда будем юзать соул, будем кушать крипчиков, в принципе, бесплатно. На топе вообще жесть, какая суета происходит. Но мы низ доколачиваем до победного. До шестого левела. Без шестого левела Боник, если честно, не очень такой крепенький персонаж. Не очень крепенький. Дастов они не имеют, да? Хорошо, Шаркурия, Клинкс. Окей, давайте дадим ему. Дадим ему. Это шестой левел есть, гоу в лесочек. Там, по-моему, Джага еще где-то в лесу должен стоять. Где-то Джага в лесу должен стоять. Так, ребятки, я напоминаю, Бальтазар играет за меня. На Икс миду у них стоит. Давайте. Вот это подушим немножко. Вот так вот подушим немного. Другой геймплей, конечно, на 83-й карте. Немного другие механики игры. Жесть, Клок тоже шестой левел апнул. Мне кажется, я даже если я сейчас вылезу, попытаюсь убивать Клока, мне не хватит дамаги. Тем более, тут еще и Ксин. Мне кажется, вообще не хватит. Давайте поэтому переждем, может. Просто можно побычиться немножко, типа, знаете, таким образом. Таким образом побычиться. Просто и фармим дальше.
Хотя, может, и забрал бы, да, Клока? Видели, сколько дамаги ему вносил? Сколько дамаги вносил. Пока колотим крипов. Немного, так сказать, по 83-й карте прорвемся. Как раз левел сейчас проапаю. Интересно, медальон тут актуально на него собирать на 83-й? Чи нет? Найкс, интересно, что там? Пацаны ушли. Ушли пацаны, да? То есть там суета на ботом лайне. Пит пошел просто помогать. Я могу тут пушем заняться, в принципе. Хорошо, давайте подзатаримся немного. Найкс центр ломает по чуть. Давайте отойдем. Сделаем вид, как обычно я говорю. Сделаем вид, что мы дурачки. Есть такая тема. Аквила. Аквила. Есть, погнали. На Икс там. Давайте в лес пробежимся, парни. Седьмой левел есть. Если честно, очень много левела забрал Пит. Но он, в принципе, во благо, я так думаю. Все, погнали. Пробежимся. ПТ на инт. Держим. Мана сейчас восстановится. Где-то примерно 300 маны будет спокойно. Будем задушить. Ага. Джага, вон он. Хорошо. Можно будет забрать. Сейчас инвиз откатится. Жрем крипа. Жрем крипа. И погнали. Наверх он не перебежал, на верхний кэмп. Там клок еще, блин. Так, он вышел, да? Клок. Даст ты имеешь? Нет, аркана. Хорошо. Аркана. Пауз. Отлично. Ну, можно, в принципе, у меня 1000 хп. Вот так вот. Есть и второго туда же. Не убьешь меня, у меня слишком много хп, брат. Заласхитим? Ох, нифига там дамага, заласхитим, говорит. Заласхитим. Нормально. Че, next арчит? Там вроде есть кого арчидом закрывать. Есть кого арчидом закрывать. Хорош. Виндволк возьму. Быстрее передвигаться. Хорошо. Не добил крипа, плохо. Кушаем этого крипа и сносим вниз, я так думаю, будет компактно. Что по крипстату? 55 крипов, ну пойдет. В принципе, плюс-минус. ТЭшку. ТЭшку, не сломали. На топе много крипов, ТЭшка падает. Уже есть, ну там Некс вышел. Некс вышел. Давайте сейчас Обливион Став возьмем сразу боковом. Найкса можно будет закрыть. Нормально. Хорошо. Отлично. Хаос 4. Да, там арчит надо будет на парня. На Ксине. Поэтому нормально. Сейчас возьмем крипа, кушаем и бежим. Надо будет в дальнем кемпе, кстати, крипа кушать. Поехали. Куда летим? Ага, в центральную. Рутами собьешь? Рукш. Ещит. О, це джи-джи. Жесть. Вот это, конечно, да. Это, конечно, да. Печально. Что можно сказать? Ультой можно сбить тут, по-моему, насколько я помню. Да, такой себе момент. Но ничего страшного. Наверное. Найкс, походу, в сакрет хочет. Мне вообще здесь лучше тусить. Story mistake. Да, понятное дело. Лог закрыл. Тавр вот до сюда лупит. Типа вообще на хаге нельзя подниматься. Жесть. Ладно. Две кнопки нажали. Гоу. Можно убивать. В принципе, у него ничего нету вообще. У него рейдж будет. Я пробиваю все это. У него ничего нету. Погнали. Да там, клок, туз, гоу. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Давай-давай, руты есть-то хоть что-нибудь? Да почему ничего нету? Что это такое? ВТФ просто, просто ВТФ. Почему никто ничего не нажимает? ВТФ. Просто. Я стою, раздамаживаю один, никого ничего нету, просто. Кнопки в КД как будто. Он руты где-то всадил на пите. Он, я вообще не знаю, что он качал. Может, он руты вообще не раскачивает. Это руты, это единственное,
тема, которая может здесь помогать прям хорошо цеплять. Вот это уже лишнее, то, что там происходит. Вот это задушим. Это жесть какая-то. Джага там 9 левел. Чуть апается. На низу Некс. Вот тут не прожить, не пробежать возле тавра незамеченным. Поэтому го в наглую. Ребятам стянемся. Будем по-любому что-то кушать. Под этого, под клока только не вставать и все. Ой, хорош, подцепил, но не могут, не смогут там ничего сделать. Тут надо вот это забрать. Че там? Пацаны задушивают, да? Подсейвливает. Он на ремнанте улетать будет. По-любому. Хорош. Да ладно! Серьезно? Так, это заберем. Так, вот это надо. Серьезно? Это жесть какая-то. Это жесть. Вы видели? Ушел как. Чел на ксине. На ремнантах. Ну, пойдет. Пойдет. Еще раз берем страйфа. Сейчас уже почти арчит есть. Уже почти арчит есть. Глифов нету. Глифов нету. Фармируем. Почти есть арчит. Но поздний арчит получается. В принципе, по кдашкам, по крипстату все норма. Но арчит поздноватый будет. Так, УРБ. И погнали дальше. Ксина, ничего нету. Он просто крип для меня. Жесть, но он хорошо там выжил. Еще стики, сколько хила было. Монетка, хорошо. Стики. 11 левел, в принципе, нормален. Ну, 83-я, она такая медленная. Посмотрите, вот, допустим, саппорт 15-я минута. У него персик и сапог. Это просто жесть. Как они это играют на 83-й карте? Ребятки, не забывайте, что играем с Бальтазаром в команде. Играли в ВС много раз. Сейчас играем в команде. Конечно, в команде тоже интересно играть, потому что все-таки... Как ни крути, с Бальтой тоже интересно плейть. Оу, есть кнопка. БМ, ничего себе. Ничего себе, БМ это плохо. Давай, дай, дай, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Жесть, прикиньте. Одна секунда. Давай, 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 давай. Здесь будет. Попадни! Не попал. Но Т-шку забираем. Аквилу можно включить. Бальт включена. Хорошо. Есть. Стрейфы есть, все есть. Ну, тэшка наша стопроцентно. Отлично, есть арчит. И можно начинать кошмарить ксина. Погнали сразу, к слову, в топ. Топ он не может... Он может не знать, что у меня сейчас арчит уже есть. С арчитом будет очень хорошо убивать его. Инвизик есть, почти. Закончился. Идем вот сюда, возможно, он в кемпе будет. Но у меня, если честно, сейчас бустов нет никаких. Так вот делаем. Хорошо. Ребята дерутся, да? С Джаггером. Или Джаггер там сосирует. О, пришел он там, да? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, хорош, хп махнулся. Ну просто красавчик. Ой-ой-ой, прикиньте. А это закончилось. Форма. Там БМ на клоке, к слову. БМ на клоке, это серьезно. Опа. Если я сейчас вылазю, то я автоматически становлюсь мишенью для клока. Хукшот. 100%. Я не смогу. Не смогу. Тут хукшот там будет 100%. Хукшот будет, и я умру. Хорошая руна. Погнали в лес. Дополнительно. Next БКБ-ху надо, парни. БКБ-ха. Будет хорошо. Сколько КД там еще? 10 секунд, да? Отлично. Отлично, 10 секунд КД. Вон они ходят по руне. Let's go. Go, go, go. Я ксина сразу за фокуша. Ксина.
Ксин, минус 100%. Да, не минус, серьезно, лол, хп такие останутся. Ладно. Жесть. Жесть, так, ну почти есть торчит. КДшка еще. Жесть, как он быстрый, просто тревела. Просто тревела. Но без кнопок я его не убью. Не-не-не. Жесть. Ну, БКБ-ху Некс там. БКБ-ху. Странно, что я не убиваю его. А че у Некса там? Сакрет. Да, это Роденсовый Некс будет. Роденсовый Некс будет. Мне кажется, Ксин сюда сейчас пойдет. Он не пойдет драться там. Мне кажется, он пойдет фармить. А, нет. Миду. Все, гоу мид. Гоу мид. И Джага вышел еще. За такое себе. Такое себе. Камбэчат, парни. Вот этого, интересно, заберу. Тоже непонятно, заберу я его или нет. Если на 83 все не пон... Ну, на 85 все понятно, на 83 хрен просышь. Вроде все норма. Все равно как-то переигрывает. Не забрать, никого не убить. Хорош. Виндволк беру. Вис. Тут БКБ ханекс там. Вообще желательно делать было бы урон какой-нибудь. Но без БКБ тоже тут не варик. БКБ тоже не варик. Джага там леса колотит. Джагу тоже могу изи убивать. Клок проблема. На самом деле. Клок очень серьезная проблема. Клок серьезнейшая проблема. Потому что он не дает мне убивать. Я себе в зацеп какой-то пытаюсь идти. Кого-то задушить. У меня не получается просто. На топе Ксин. Луск здесь опять-таки тоже. Джаггер. Четыре их тут. И закончились. Опасно. Попробуем. На иксы, да, ходят. Джага. Ну, крипов нету. Там 500 хп крип только будет, да? Ну, без ульты такой себе убивать его, но я думаю, задушу. Хорош. Кастует. Кого поможи делать, бабушке. Да не кастуй ты. Первый есть, брат? Я без ульты дерусь. Хоть так, я не знаю. ВТФ, Клокверк. Ват, ВТФ. Стоп. Йоур, анимацион. And broke the cog. И все. Они нас расплитят, мне кажется. Надо пушить, не знаю. Я пытаюсь играть как на 85, но от этого фарма не прибавляется. Там фарма не прибавляется. Некс бы фармит с радиком так. Просто спокойно ходят. Фармят, что хотят. Жестко. Гоу сюда. БМ это же, да? Не, ну правильно, что я делаю. ВКБшка. Что там Юл, Бальтазар, что-то непонятно собирать. Юла, кит. Радик, Найк здесь. Че, у тебя МХ что ли? Почему ты убегаешь? А, ты на лайн пошел. Сейчас виндолг будет. О-о-о. Печально. Даст. Бега. GG. Ну я видел, что туск сюда идет. Не знаю, ребята не хотят действовать. Печалька. Интересно, мне интересно прям, че пит качает. Первый, вот это первый фирфайршторм, который я вижу. Это GG. Не успеет даже хп махнуться. Ай, в лоу хп махнулся. Оу, мэн. GG. А это игрок катку всадим. Катку всадим. О, жесть.
Блин. Жесть. Жесть, там уже Юл. Не, но С я не знаю. Переигрывает прям на голову выше. Прям на голову выше, как будто пацаны. Не можем мы что-то собраться. Что-то какая-то катка. Нулевенькая такая. Катка нулевенькая. Не знаю, Бальтазар какую-то фигню собирает. Почему не собрать норм артефакта? Что за дичь? Там Ксин норм собрался. Он уже перефармил меня. Тупо я вот всю игру держу один артефакт. Жесть. И ничего не могу сделать. What the hell? Что за хрень? Что за хрень? Тупо держит всю игру один артефакт. На Ксине. На Ксине Азисе. Что это кур кто привел? Этот парень на этом, на пите. Да, ну там лейт гейм сейчас, пацаны, выходи, будет GG. Не понял нифига, почему Бальтазар это дичь собирает? Да ладно. Не мое это дело. Пойдем отсюда. Ксина откатилась. Так, 1600. А, это егисный тут. Егисный там, ребята. Идут душить клока. Вижу. Let's go. Я кнопочки нажал, не знаю. Идет. Почти БКБ-ха. Мы так будем бегать за Найксами, за всеми. Ксина я ни разу, кстати, не убил. Странно. Почему я его не убиваю? Странновато это все выглядит. Очень странновато. Это настоящий. То есть там Nike загоняют. Но с ТБшка с армлетом. Хз, непонятная какая-то катка получается. Ладно, go camp. Сильно внизу, походу, да? Все-таки. Все-таки как-то непонятненько. Более слаженно оппоненты играют, там, походу, на голову повыше. Парни. Надо фармить. Не знаю, в фарме, может, как-то перетащу их. Как-то в фарме. Поэтому фармим просто. Клока, ракетка так медленно летит в этой катке. 83-я. Это жесть. Ну, дальше лес. 1000 есть у нас, да? Погнали, верхние кемпы. Скорее всего, сейчас продадим. Продадимся. Стики. Жесть. Вот Бальтазар рискует максимально жестко в этой карте. GG, man. Так, есть. Пипи. Че, наверное, кушаем крипа долетим? Там БКБхи. Ой, БКБхи, манты. Гол душить. Боже, что за коги? Ужас какой. Я нажимаю БКБ, не могу драться. Уходить надо. Уходить надо. Да вы шо, я вас умоляю. Жесть как помойно. Я сейчас нажимаю БКБ, закрываются шарды. Шардами закрываются. GG. Не знаю, зачем он армлет собрал, парень. Парень на этом, на Тирблейде. Собирал бы что-то путнее. Как он вообще? Он же на топе фармил вроде. Какую-то фигню собрал. Блин, не знаю, Бальтазар тоже тут какую-то фигню нас собирал. Надо, блин, как-то я хз. Что-то как-то поинтереснее собираться, что ли. Какую-то дичь собирают, пацаны. 83-я карта, что с ней? Серьезно. Что с 83-й картой? Почему они это собирают? Клока гоним уже, наверное, дядь.
Манта. Вы серьезно? Как у вас дела, пацаны? Серьезно? Почему этот Найкс постоянно уходит от всех? Там манта, я не знаю, какой смысл. Вот это настоящий. Я понял тебя. RHTP. Нормальная тема. Там Бальтазара душит, гоу поможем. Гоу. БКБ хуя не жал. О, найс, рут хотя бы есть. Хорошо, задушим. Задушим. Отлично. Опять эти шарды, боже. Как же случайно она закрывает. Как же случайно это все закрывашки работают. Это ужас какой-то. А сейчас дамагу надо. Дамагу. Дамагу надо. Кату тут не скушать, да? Печалька. Кату не скушать. Они, наверное, там что-то по фану какой-то билд. О, зря. Этот блинк аут будет сейчас просто все. Ну, не знаю. Этот Юл я не понял сейчас вообще. Ладно, гоу крит. Что там вот так вот надо, да? Хорошо. Крит есть. Там по КДАшкам. 1-9, 7-8, 7-2, 3-5, 4-9. Ну, что-то как такое скучненько. Джага там уже сейчас со скадуями будет, со всякой хрени. Чалька. Демонейджи. This is the very bad game. It's not impossible win. It's not possible to win. Опа. Отмени ты эту анимацию и стой вбивай его, и все. Что с вами не то, пацаны? Это жесть. Это жестко, но у меня нету кнопок. О, нифига себе, найс свапаешь. Ля ты псих. Но это убьем. 100%. Это мы убьем. О, щит. Стой. Да, гер надо будет взять, сейчас я так думаю. О, здравствуйте. Хорош. Ну, тут крит, я думаю, даже если сейчас золотишко будет, там Найкс еще фармит. Если много будет дамаги, то можно будет, в принципе, что-то как-то подпушивать эту контору все. Найкс еще фулл фришит там. Жесть, Найкс вообще пофиг, он фармит. Фармит на Найкс, парень. А, возможно, третий Рошан какой-нибудь будет. Третий, пятый, десятый. Как тут Вижн? На 83-й карте этот Вижн. На Эншентах. Можно мне пофармить чуть-чуть? Спасибо. Спасибки. Сейчас демонейдж купим, посмотрим. Смотрим, что будет дальше. На экстра, дик баш уже. Баш это уже очень плохо, потому что против башера я уже как бы... GG. GG. Ну это походу Magical Viper, у него какой-то заказ. Руинчик получается. Молодец какой. Топай, топай домой. Так, Буриска. Хорошо. Там этот стоит там. Шаманит еще. Да не убьем мы его. Лол, КД. Я быстро так не добегу. Сейчас Буриза и Дагер, наверное, купим. Для позиционных.
Это уходить отсюда. Уходить отсюда надо. Так, буриска есть. Пойдет. Хорошо. Дагер взял, да? Демонейдж там один. Ман, рестарим и гоу. How can we play? 34 минуте с Визал Тварц. Не знаю. Сапа не взял. Нафиг они нужны. Нафиг эти саппорты вообще нужны. 83-я карта. Play hard. It's... Как там это, блин? Hard pick. Game. Джага там, по сути, ничего не имеет, да? И... Опасно сюда, конечно, идти. Там есть варды какие-нибудь? Страшно. Ага. Че, МХ жмет, брат? МХ, походу, жмет, пацану. Гем тускар. Окей. Окей. Видели, сразу начал уходить что-то. Странненький парень. А вот с третьей карты тоже есть МХ, если что. Если что. Так, ну тузка гем, если чё. Было бы круто, если бы мы пошли сейчас отбивать Рошана. Это прям вообще, ну, пушка была бы. Но нет, не в этой катке. Не в этой катке, парни. Не в этой катке, дорогие друзья. Что там у Ксина? Да, с тех пор на месте стоят арты, да? Так, 1200. Ну я дагер, наверное, куплю для позиционки. ХГДФ сейчас будем. Минус питлорд. Минус питлордик. Ну, пойдем поверху. Надеюсь, не будет тут никакого прыжка зацепа. Ну что, будет страшновато. Что там у нее? Ага, Аега. Ух ты. Можно напихаю быстренько. Нельзя, да? Ой, ладно. Так, тузка забрали, но у меня хп нету на драку. Хп нету на драку. Хорошо, они не пойдут дальше, все, забыл. Плюсану. Пойдет. Let's go. Ух, там тузку поймали. Че себе, или тускар поймал. Че-то там, это не меня закрыли с вами. Что-то... А, не, это... Что-то не меня закрыли, что там такое, короче. Вот это, вот он, пацан. Ляг сейвит. Дай подам дамажу, брат. Дайте жить, знаешь, так хочется жить. One versus five, там не выжить. Гоу, 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 пацаны. Че, отдаем, что ли? Вы серьезно? Вот что это такое? И what AF game? Тейв гейм просто. Что за хрень? Отстань. Не надо в меня. Что вы хотите? О, хорош. Ой, БМ, не хочу убиваться. А вот это можно убить уже. Меняется. ХП на месте там. Что за дела, парни? Меняется на месте террорблейд. Ну как могу на дефе сижу, типа не знаю, но максимально никто ничего не делает, даже не пытаются. За такое себе давно такого геймплея не видел. 25 левел у меня, ни у кого больше ничего нету. Так, ладно. Ага, дальний компакт атакал. Опа, на X где-то тут. На X где-то здесь. В Эншен, так что ли? Проверим на МХ. Ага. Что такое? Отстан. Найкс, вон он, оказывается, где был. Хрен его поймешь. Че у него там, манта, башер? Да ну я его не убиваю. Не знаю, мид мы потеряли вообще на изи. Не чувствуется, что как-то тут выигрываем. Дамаги хватает, буриза нормально наваливает, но что-то как-то скудненько все. Скудненько. Пипи.
Рейдж. Теперь рейдж такое себе. Блин, даже не знаю. Вроде дамаги много, да, но не вывозится. Дамаги много. Ва-банк рапиру, что ли? А, не, мне кажется, это вообще. Он типа саппорт. 14-й, 18-й. У, на самом деле, у Терблейда вообще ни хрена нет. Ни хрена нету. Так, Рошана они забрали. Это был егисный заход, да? Рошана забрали. Это что там такое? Найкс Даггер купил, да? Даггер. Упса, я не успеваю. Не успеваем. Не успеваем, как говорится. Пуск идет, да? Будет накат, да? А кнопочку даешь? Или нафиг идешь? Может, это питловард? Так, нужно в сторонке стоять. Все равно как-то. ТП вообще ничего нету. Вообще ничего нету, пацана. Ой, стой, не того. Калька. What is the balance in game? How win this? How win this, пацаны? Это бред какой-то. Душу как могу. Не души как могу. Есть. Киллингс приберем или нафиг идем. Что-то такое себе, да? Какое-то. А можно станчик туда, спасибо. Я как раз крипчик искушаю. Е-е-е. Такое. Че, диффузел надо брать? 350, да? Иди сюда, дорогой. Я тебя напихаю. Хорош. Так, есть. Можно сделать, блин, даггер МКБ. Я не знаю, хекс вообще было бы круто. Давайте попробуем хекс сделать. Раздамаживать. За хекс я любого, в принципе, убиваю. Кирроблейд золото тоже на месте стоит, да? Такое себе. Хорош. Найс. Попробуем хекс, парни. My life for Nezu. For Nezu. И что ты хочешь? Спереди него надо становиться, чтобы не ультанул. Ладно, уже так дамажу. Эйдж есть. Ладно. Я Эншента заколочу, возьму Войдстоун. GG. Так, 40 секунд до реса, да? Гол, попробуем. У страйфов нету только. Там в лесу, это иллюзия. B maybe, maybe, maybe baby. Жесть, я не понимаю вообще эту катку, как ее выиграть. Что-то как-то такое себе. Байбек у меня нету. Был бы керри какой-нибудь посильнее, я думаю, потянули бы. Я пытаюсь. Я пытаюсь что-то делать. Так, у меня есть хекс. Можно сейчас попробовать выцепить пацана на топе аккуратненько. Б. Пацана на топе выцепить как-то. Блин, как хорошо кентавр просто нарисуется, да? А где вот этот пингвин? Сейчас мы этого пингвина примем.
Ребята на миду филят, да? Такое, но я ксина забрал. Надо было сразу хекс сделать. Я забыл старый метод, типа через хекс. Вообще пушка. Соло я что-то не смогу тут потянуть, походу, да? Ребята фидонят как могут. Как могут пытаются зафидить эту катку? Как могут пытаются. Души его. Дамага, 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 дамага. Уф. Еее, what the fuck? What the hell? Ай, жесть, я застрял. Я застрял. Стой, не надо, плиз. Жесть. Такой бред. Конченая 83-я мапа. Ненавижу. Есть просто. Так, ну там нам топ ломают, парни. Как бы, ну надо бы задефиться, что ли. Сдохни ты. Хорош. Да меня постоянно форсует, блин. Меня постоянно кто-то форсует, короче, в драках. Да кайтит, байтит, майтит, хайтит и выйдет. Да и сало дам ему. Хорош. Идет. Боже, какая потная игра. Это жесть какая-то. Пьем там. Пьем. Жесть. Но я рапиру буду брать сейчас. Вабэнк. Вабэнк. Крипы ломают жестко. Кто в такой катке, ребят, вот не хватает? Вот просто, ну, делаешь вроде свою задачу РДДшно, да? А не хватает. Надо пробовать рапиру делать. А. Поздно увидел я. Блин. Поздно увидел я. Байбайкаться не очень хочется, но это походу отдача будет, да, ХГ? Да не, у нас какие, у нас 4 героя в ХГ. Почему бы не забрать их? Пуска. Найкс идет. Нет, все-таки, ребят, придется байбайкаться. Придется. Попробовать. Бэкаться. Алло, хп. А что ж такое там с этим ХГ? Трон этот, блин, никто не дефает. Жесть, что за дичь происходит? Как будто 1 на 9 катка, серьезно. Как будто вообще, ну, не чувствуется вообще геймплей какой-то, знаете, типа, ну, в команде же кто-то вообще что-то делает. Вообще жесткая тема. Вообще не чувствую, что в команде кто-то есть. Я забыл, что там гем. Че, гоу, в магазин сходим, сакрет купим. Может быть, рапиру купим на следующей неделе. Опять там убили кого-то, да? Ну, а еще, блин, раша наберут. Жесть, как же они там переигрывают? Господи. Ой, джишишки. Да хорош мою куру убивать. Ой, да ладно. Кем я забрал? Да, вечный гейминг такой, знаете.
урон падает. Это что такое вообще? Что делать с этой каткой, чуваки? Что происходит? Что происходит? Алло? До конца гейминг, плиз. What is the game? WTF game? WTF game, просто. WTF game просто. Что это такое за игра? Найк стоит, ждет восхитителей. Это ужас какой-то. Ай, жестко. Я до конца буду геймить тут. Что там по рапире? Что там по рапире, пацаны? Уро нету у меня, кстати. Печалька. Ой, жесть. Да, такая игра, конечно, с таким КДА. Как выиграть эту катку? Это жесть. Я не знаю, это просто какая-то бредятина, я не знаю. Это GG, это не GG, это я не знаю, ребятки, это просто бредятина, а не игра. Что за катка вообще? Ой, ужас, ребятки, это просто трэш-гейминг. Я не знаю, что нужно было сделать в этой игре, чтобы победить, честно, но мне кажется, это 1x9. Ладно.